Ну, сегодня первый день регаты на принцессе Софии. В целом, день начинался вроде хорошо, да и закончился он для нас хорошо. Просто долго пришлось ждать ветра, была погода, по прогнозу должен был быть ветер, а его по факту не было. Мы ждали на берегу час, потом вышли на воду, 3 часа ждали на воде, и только под вечер пошел ветер, и стали проводить гонки. У нас провели 2 гонки, пришли мы в первой гонке 8-е, во второй пришли 2-е. То есть в целом настрой хороший, готовимся и будем дальше стараться поддерживать этот результат и улучшать.